завершила свою работу 21-я международная выставка «Сургут. Нефть и газ». В течение 3 дней более 150 участников из 5 стран представляли свои разработки в области недропользования. Прошли мастер-классы по бережливому производству, конференция по утилизации бурового шлама и попутного газа, экскурсии в музей и образовательный центр предприятия «Сургутнефтегаз». Также у спорткомплекса «Энергетик» специализированные компании выставили свою новую технику. Итогом этого ежегодного мероприятия стало заключение взаимовыгодных контрактов между участниками. Я вам скажу такую цифру: 70% участников, как правило, ежегодно приезжают к нам, несмотря на то, что имеют контракты с крупными нашими компаниями, о которых я уже называла. Тем не менее, они продолжают позиционироваться, они заявляют о себе, о том, что они продолжают работать на этом рынке, представляют новые технологии. И те новые компании, это порядка 30%, которые заявляются вновь и вновь, конечно, ищут место в нашем регионе для заключения контрактов.